Открытая площадка штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» – это формат, который позволяет обменяться мнениями, собрать предложения и инициативы по актуальным проблемам. Сегодня в центре внимания – развитие общественного транспорта. Среди предложений – выделить в городе дополнительные полосы для общественного транспорта. В первую очередь нужно сделать общественные полосы в городе, на дорогах, там, где есть три полосы в одну сторону. У нас, допустим, есть полосы, где есть даже четыре, но она заставлена частным транспортом. На сегодняшний день автобус в общем потоке ездит также в пробке, как и легковой транспорт. Также во время экспертной дискуссии прозвучало предложение ввести так называемую «зеленую волну» в работе светофоров, чтобы автобусы и троллейбусы были в приоритете организации движения. Еще одна идея – перевести всех льготников на электронную систему учета проезда и заменить социальные бумажные проездные персонифицированными электронными картами, чтобы перевозки льготников стали более прозрачными. Эти инициативы единороссы будут учитывать в своей работе. Как раз в эти дни партия собирает предложения в народную программу. Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.